низкая скорость по Wi-Fi. Или как насолить соседа. Была такая и есть замечательная игра «Как насолить соседу». В ней нет одного способа, который мы рассмотрим сейчас. С нами он достаточно распространенный. Ломать ему Wi-Fi. Допустим, первое, вы дали пароль от Wi-Fi соседу из жалости, потому что у него нет интернета. Или второй способ, вы дали пароль соседу, чтобы сэкономить на интернете, то есть вы вместе с ним делитесь оплатой интернетом. Третий способ, сосед помог вам настроить Wi-Fi и украл пароль. Четвертый способ, сосед пришел к вам на вечеринку, и вы сами дали ему пароль, а он потом ее забыл. Пятый – это безумный способ, если у вас вообще не стоит пароль на Wi-Fi. Все, кому не лень, будут на нем сидеть. И шестой распространенный способ – вашу сеть хакнул сосед для того, чтобы также пользоваться бесплатным интернетом. А в интернете полно способов, как это можно сделать. Видимо, это пользуется большой популярностью. Что же из этого выйдет? Ну, во-первых, ваш семейный порно будет опубликован. Возможно, к вам придут органы, потому что ваш сосед может оказаться хакером. И таким образом он скрывается. Возможно, вы стали политическим активистом, сами того не зная, потому что ваш сосед через вас разместил узел ТОР. И все, кому надо скрыть, выходят через него. Но совершенно точно у вас не будет работать интернет по Wi-Fi. Рассмотрим, почему в спокойном состоянии интернет ведет себя нормально, то есть когда нет соседа. На примере очереди, то есть Wi-Fi. Точка – это окно для приема. А пакеты – это люди. Но стоит соседу подключиться, он добавляет пакетов. Ваша Wi-Fi точка не справляется, пакеты становятся в очереди, и ваш интернет не работает. Вот как на этом снимке сделано. В воздухе идут коллизии, мало того, сосед находится на большом расстоянии. Вот для примера мы сделали предыдущее тестирование. Отличная скорость. А сейчас мы включили соседа со скоростью помехи 10 мегабит. Смотрите, как рухнула скорость. У вас, не у соседа. У соседа 10 мегабит торрент качает. Вот сосед увеличил скорость скачивания фильмов до 20 мегабит. Ну все, пользоваться интернетом в этой квартире сейчас невозможно. Ну и сосед снял все ограничения. Он подсоединился на скорости примерно 25-27 мегабит, около 30. Ваш интернет загнулся полностью. В итоговой таблице, соответственно, мы видим сравнение с устройством MIMO 2 100%, это средняя скорость по квартире 78 мегабит в секунду. Ноутбук наш MIMO 1 это 55 мегабит в секунду. А с полной загрузкой от соседа мы получаем всего 3%. То есть скорость упала более чем 30 раз до 3 мегабит. Печально. Поэтому следите за своими паролями и периодически отключайте соседей.